Это вот вебинар за номером 190. Начинаем с Урала. Я всегда говорил, на Урале самая талантливая плеяда садоводов. Вот один из них, пожалуйста, получает от меня несколько черенков. Вот. Освоил зимнее укоренение, чего я даже и мыслить не допускал. И получил через несколько лет вот эту шелковицу. Такая редкость. О, какая редкость это в России. Вот, про нее надо отдельно рассказывать. Опыт накоплен. Вот. Но что говорить о том, чем мы даже подступиться не можем. Может, когда-нибудь расскажу подробнее. А первый этап вот так звучит. Смотрите. Для фотографии полюбовались. Так. А теперь смотрим, чья это работа. Итак, шелковица. Наш друг Алексейка Алексей Иванович взял и отправил в Москву журнал «Рукожизнь» уже вторую статью. Вот она. То есть первая статья это была фактически аванс. Вот. А вторая статья, вот она. Поразил меня своим благородством. Вместо того, чтобы сказать спасибо за гонорар, сказал, спасибо, гонорар не надо. Лучше где-то там опубликуйте сайт Владимира Васильевича Жалева. Это благодарность того, что когда-то познакомились мы, и моя шелковица приобрела новую жизнь. А ее, вот эта шелковица, как бы назвать это, историческую, ее историю жизни, это в другой раз. Еще раз говорю, пока рановато, давайте ее пока размножать. Алексей Иванович, гоните людям этот товар, саженцы шелковицы. Вот она. Ваша работа. Никакой халтуры, вот она ваша работа. Ну и прошу вас отдельно ознакомиться с этой статьей уже отдельно. Я пытаюсь ее увеличить, получается вот так. Не совсем получается. Видите, тут уже что-то не то. Ну, кто на компьютере, тот прочтет.